смотрите еще. Здрасте. Так, кто у нас есть? Головко. Тут. Я, это вы же. А где мальчик? Хорошо. Это мальчик. Давай. Привет. Я тебя вчера случайно смотрел. Да? Пошли, побегаем, становись туда. Тебя как зовут? Даня, становись. Ты правша? А? Берись правой рукой, знаешь. Бежать как знаешь. Туда, в центр. Опусти руку. Руку опусти просто и все. Левую, левую, левую. Старый достаточно, да? Нет? А что ты смотришь на маму или на папу? Давай бросай. Нормально. Еще. Мячи. Давай еще раз. Старайся дальше. Да. Только ты его как-то, знаешь, немножко... Рвано бросать. Размахнись его. Хорошенько вдаль его бросить. Концовка у тебя. Ну, так, отлично. Давайте мяч. Теперь мяч горячий, хорошо? Мяч горячий, ты его должен поймать. О, поймать, 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 давай. Лови. Лови. Молодец, молодец, все. Все. То, что нужно, но поймать его нужно, нет, поймать нужно, так, нужно, так, так, все нормально, хорошо.
Дыши. Отдышись. Дыши, дыши, дыши. Восстанавливай дыхание. Отдышись. Бери потихонечку ракетки. Ракетку и не спеши, не спеши, дыши. Поехали. Вот сразу ритм. Нормально. Нужно играть, наигрываться, заниматься физподготовкой, потому что немножко все-таки ножки такие непонятные, как я же говорю, у молодого же ребенка. И сбои и так далее. Должны быть более кошачьи ноги. А у него, я же говорю, как у кого. Поэтому нужно работать больше на гибкость и играть. Он уже играл? Значит, надо начинать играть, он играет в теннис. Он уже играет. Ну давай, Слёта, умеешь? Давай. Он может играть. Алло, Надежда. Здорово. А? Угу. Угу. Так. Ну, этот оппонент, да. Вероятно, не обучен, не изучен, вернее. То есть он подставляет ракетку. Все, решили. Да. Решили даже. Хорошо, хорошо. Хорошо. А понятно. Ты только подставляешь, ты только подставляешь. Все, хорошо, решили. Давить. Давай, тогда. Давай, понятно? Давай, пока. Ну, давай. Так, лучше. Так, отлично. И слева также. Раньше бей. Смотри, что. Не вот так, а вот так. Так. Ну. Нет. Снова то же самое. Снова понес ракету. Так, а ты должен был головку ракетки. Головку ракетки. Смотри. Вот так играешь. Нет, это неправильно. Нужно вот так. Нет? Давай попробуй повторить. Вот ты разворачиваешься и не сильно. Так, хорошо. Пошли на подачу. Забыл ударить, не страшно, еще раз. Так, вали мяч на счет. На мяч смотри. Смелей. Отлично. Еще раз.
должен играть физически нормально. Надо учить удары с лета и нужно обязательно играть турнир. Наш первый этот турнир. Ему 9 лет в этом году. Нормально. То, что сегодня он готов для того, чтобы играть в будущем, это 100%. Посмотрим его через полгода, и что изменится, увидим. Мама, папа и ты, старый Даня. Понял, да? Все. Пока. До встречи. Так. Кто еще?